Головченко меняет электробусы на стиральные машины. Налоговая не смогла с первого раза перевести ИПшников на электронное декларирование. В Беларуси собираются запретить вейпы. Эти и другие темы в новом выпуске. Премьер-министр Роман Головченко готов поменять евразийский электробус на стиральную машину. Рассчитываем, что одним из пилотных проектов станет предложенная белорусской стороной программа по созданию импортозамещенного продукта «Евразийский электробус», которую мы готовы реализовать совместно с партнерами по ЕАЭС. Не нравится кому-то электробус, пусть это будет евразийский трамвай, пусть это будет евразийская стиральная машина, да что угодно. Главное, чтобы эти проекты были. В Евразийском экономическом союзе приняли решение финансировать кооперационные проекты совместно. Роман Александрович уже год, наверное, толкает под это дело евразийский электробус. Однако ВОЗ и ныне там. Резон понятен. По старой традиции белорусского правительства ничего личного, просто очень деньги нужны. Поэтому мы готовы и на стиральную машину, лишь бы дали финансирование, которое можно освоить. Потому что 150 миллиардов российских рублей на разные импортозамещающие проекты уже успешно осваиваются и даже скоро закончатся. С электробусом тоже все понятно. В Беларуси есть сразу два производства – на Белкобымаше и МАЗе. Большей частью электробусы выходят отечественные, но не хватает в них самого важного – батареи. Вот ее-то и хотят заполучить за счет евразийских партнеров. А считай – России. Резон тут в том, чтобы потом было проще продавать электробусы российским регионам. Однако есть интересанты и в РФ, у которых свои проекты, а бюджет-то один. В Беларуси подумывают запретить вейпы, говорит врач и член Совета Республики Виктор Кондратович. На последней сессии Совета Республики этот вопрос рассматривался. И поставлена задача председателям Совета Республики о том, чтобы проработать этот вопрос и вынести законопроект о запрещении вейпов в нашей стране. Ну, тут особо и не поспоришь. Если дать врачам волю и руководствоваться заботой про общественное здоровье, то они запретят многие, так сказать, радости жизни. Что касается вейпов, то их опасность часто видят в том, что на альтернативные системы курения легче подсаживается молодежь. ВОЗ проводила исследование в Беларуси, оказалось, что около 15% подростков в возрасте 13-15 лет уже пользуются электронными системами курения. Ради общественного здоровья можно было бы, конечно, полностью запретить табак, но люди бы не поняли. И не надо забывать, что все это облагается акцизами, а значит формирует государственный бюджет. В истории с вейпами же, мне кажется, есть и еще одно экономическое измерение. Традиционные табачные изделия производятся белорусскими предприятиями, а вот все эти жидкости и прочее импортируются. Так что есть резон запретить вейпы и ради импортозамещения. Министерство по налогам и сборам решило окончательно перевести всех ИП на электронное декларирование. Но не тут-то было. Оказалось, на бумаге декларации сдавали тысячи, а может и десятки тысяч ИП. И, конечно же, большинство дождалось часа X и в последний момент двинулось получать электронную цифровую подпись. МНС понял масштабы катастрофы и пошел на попятную. В июле еще будут принимать бумажные декларации. Но были предложены и альтернативные варианты, говорит пресс-секретарь министерства Сергей Солодуха. При наличии идентификационной карты, ID-карты, индивидуальный предприниматель может воспользоваться личным кабинетом без издания дополнительного атрибутного сертификата. ID-карта выдается на 10 лет, вместе с ней выдается атрибутный сертификат. В каждой налоговой инспекции создано и функционирует рабочее место со считывателем для ID-карт, в котором индивидуальные предприниматели, у которых есть уже ID-карта, могут подать декларацию, заполнить, подписать и направить в налоговый орган. Выходит, что если у ИПшника есть новомодная ID-карта, ему не нужно стоять в очереди за ключом ИЦП. Он может прийти в налоговую, постоять в очереди, сесть за специальное рабочее место, заполнить декларацию и отправить ее на сервер. Простите, но чем это отличается от бумажной декларации, когда тот же ИПшник заполняет форму и приносит ее ножками в налоговую? Одно отличие, конечно же, есть. Вводить данные в компьютер с ID-картой чиновнику не потребуется. В общем, получилось еще одно доказательство того, что цифровизация госорганов нередко просто перекладывает часть работы на подведомственный народ. То, что раньше делали клерки, теперь делают сами граждане. Как бы то ни было, нельзя не отметить и то, что Министерство по налогам и сборам все-таки пошло навстречу ИПшникам и сделало послабление насчет деклараций. Однако есть у министерства и другие сюрпризы. Готовится полная переделка личного кабинета. Надеюсь, хоть на тестировщиков при этой работе не поскупятся, а то не ровен час, придется бумажные формы оставлять на постоянку.
Беларусь славится своей заботой о людях. Вот нашел пару теплых слов для пенсионеров депутат Палаты представителей Валерий Малашко. Сегодня порядка более 400 тысяч людей, после 58 женщин, после 63 мужчин, продолжают свою трудовую деятельность. И действительно, это очень важный ресурс для нашей экономики, и мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые имеют колоссальный опыт, знания своей профессии, имеют силы для этого, сегодня еще продолжают работать. Вроде бы все и хорошо, и правильно, но давайте посмотрим, что стоит за этими словами. А стоит за ними на первом месте дефицит рабочей силы, потому что население страны стабильно сокращается как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Причем последнее вымывает именно трудовые ресурсы. За последние 5 лет белорусская экономика потеряла более 200 тысяч занятых. Вот потому работающие пенсионеры являются ценным ресурсом. Что же заставляет их работать? Жажда оставаться востребованными, верность профессии, конечно же и это. Однако не последнюю роль играют экономические причины. На многих рабочих местах, только начав получать пенсию, человек наконец-то получает достойный более-менее доход, потому что просто зарплата его не обеспечивает. Да и многие пенсии – это далеко не про роскошную жизнь. Чтобы пенсионеры лучше трудились, предлагается убрать ограничение на размер пенсии, которую может получать работающий пенсионер. И тут тоже есть нюанс. С пересмотром коэффициентов, полагаю, больше всего выиграют в первую очередь какие-нибудь госслужащие, которые, имея пенсию, продолжают работать. Не запретами едиными, но и ограничениями живут белорусские власти. Вот решили ограничить ставки по микрокредитам, говорит депутат Алексей Райко. В обществе звучит вопрос, достаточно обсуждаем, в рамках процентных ставок по микрозаймам. Так вот, проектом закона предусматривается ограничение микрофинансовых организаций в аппетитах, в процентах. Соответственно, при получении микрозайма на срок до 1 года сумма выплат по микрозайму не может превышать объема однократного. Если же у нас потребитель берет микрозайм на срок свыше 2 лет, соответственно, двукратного объема заемных средств. Быстрые деньги до зарплаты, кредиты без поручителей иногда людей спасают, ну и нередко становятся для них настоящей проблемой. А все из-за очень высоких ставок. Если ты взял в долг 10 рублей, то отдать 30, в общем-то, не такая уже проблема, хотя, конечно, чувство несправедливости гложет. Однако все-таки спич депутата Райко нуждается в небольшом переводе с законодательного языка на человеческий. Ограничение, о котором говорит он, в общем-то, не такое уж и жесткое. Речь идет о предельной ставке в 100% годовых.